В Тюменской области начались проверки качества дорог, которые отремонтировали в рамках профильного нацпроекта. Специалисты выездной бригады берут пробы с полотна, используют для этого специальное оборудование, после чего отправляют образцы на исследование в лабораторию. Там керн, так называется взятый из дороги фрагмент, проверяют на плотность и соответствие ГОСТам. Например, пробу на несколько минут опускают в воду. Так можно увидеть, насколько тщательно утрамбована смесь. Свободные пустоты смотрим, пустоты минерального заполнителя. Если выходит какой-то брак, как сейчас по-нашему, раньше это было коэффициент уплотнения, сейчас вот это вот показатели, они другие совершенно, то фреза. Проверки проходят ежедневно. Специалисты исследовали уже 173 пробы, пока нарушений не было. Отмечу, всего в этом году в рамках нацпроекта планируют отремонтировать около 150 километров дорог. В настоящее время завершены работы по ремонту покрытия автомобильных дорог Тюмень-Боровский-Багандинский и обход города Тюмени. Подрядчик планомерно приступил к выполнению работ по другим объектам, таким как подъезд к поселку Боровский, Тюмень-Криводаново, в Нижнетавдинском районе Нижняя Тавда-Картымский, в Исетском районе Шадринск-Илуторовск.